После развода отец мне сказал, у каждого солдата две семьи. Те, кого ведешь по жизни, и те, кого ведешь сквозь ад. Я провел здесь 8 дней, командуя отрядом, который я не был готов вести. 8 дней я смотрел, как мои парни, моя семья, убивают фрицев и погибают сами. 8 дней я мечтал, чтобы это прекратилось. Давай, курьер! Драпанули фрицы! Нас ждет маг! Скорее! Сейчас! Какого черта ты делаешь? Выбираю место! А для чего? Все, я готов! Курьер, у тебя с головой все в порядке? Как никогда! Настало время себя показать! Нас взяли в десант, потому что мы лучшие из лучших! Никто не встанет у нас на пути! Никто! Вперед! Бейкер, кажется, это должна была быть твоя реплика. Рыжий! Корион! Вперед! Двинули! Понял! Выполняю! Немцы! Еще немцы! Я ранен! Берегись! Я не... У меня кончились патроны! Бейкер, назад! Обойди! Убей! Отряд нет! Я ранен! Курион! Берегись! Огонь за противником! Ложись! Ложись! Я ранен! Огонь! Фортлер! Осторожно! Начинаем отстрел! Ранен! Ложись! Еще один на мой счет! Держаться рядом. Бейкер! Ты со мной. Бейкер! Послушай, Бейкер, веселье только начинается. Фрицы стягивают силы к тому хребту. Там и произойдет главное сражение. Прокатим их скалой и целой чертовой армии фрицев. Немцы! Бейкер! Бейкер, ты жив! Ложись! Помогите ему подняться! Немцы! Черт! 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 Что происходит? Вовсе! Вы меня слышите? Вы слышите или нет? Вовсе! Это Вовсе! Отвечай за мать твою! Сержант! Сигнал не проходит! Продолжай попытки! Без танков нам конец! Прием! Прием! Черт! Кто-нибудь слышит? Нужна прорезь! Точно нужна прорезь! Продолжайте огонь! Не дайте пройти! Йорк, вставай, Йорк! Он мертв! Продолжай стрельбу! Не отступать!
сейчас держаться! Нужна! Так подходите! Подходите! Они приближаются! Где этот хренов радист? Он мертв! Бейкер, там где-то в этом районе! Кто-то должен его найти! И этот кто-то, ты, действуй!
Наконец-то пришла подмога. Я не могу найти роту F. Здесь просто хаос. Мы получили все ваши радиопередачи, но не могли вас найти. Запрыгивай, сержант. Будешь показывать дорогу. Будь рядом. Цель там! Шевелитесь, черт возьми! Держаться рядом. Занять указанную позицию. Куда, бегом? Туда! Туда! Бегом, бегом, бегом! Выполнять приказ! Сюда! Вы нужны мне занять ту позицию! Огонь из всего в атаку!
Я даже не успел испугаться. Ха,
Даже когда нас атаковали два десятка фрицев? А я живых не считал. Только убитых мною. Хорошо, что ты не силен в счете. Хорошо, хорошо. Я до смерти перепугался, черт побери. Сегодня мы прошли все круги ада. Интересно, что ждет дома парней вроде нас. Ходят слухи, что после ухода из Карентена наш отряд разделят. Черт. Кариан даже думает, что мы отправимся домой. Сильно в этом сомневаюсь. Некоторые парни думают о покупке фермы. Тишина, покой. Боже, только не для меня. Меньше всего я хочу остаться один в тени пережитого мной. Что ж, для прощания время еще не настало. Далеко не настало. Какого черта ты припер сюда этот кусок дерьма? Не знаю, мне казалось, так будет правильнее. Что ты собираешься с ним делать? Закопать в землю? Возможно. Прекратить болтовню и слушать меня! Я не умею произносить речи, поэтому буду краток. Во-первых, здесь присутствует полковник-маршал, который задаст вам несколько вопросов по поручению генерала Эйзенхауэра. Не подведите меня! Во-вторых, я уже много лет в армии и повидал немало хороших бойцов. Должен сказать, вы отличные бойцы, парни. Мы потеряли многих ребят. Но в то же время мы доказали приспешникам Гитлера, что их дни сочтены. А теперь я должен объявить о повышении. Сержант Харцог, равняйсь! Смирно! Принимай второй взвод. И пришей эти лычки, или я влеплю тебе наряд за несоблюдение формы одежды. Сержант Бейкер! Ты должен понимать, что все еще далеко не закончилось. Мы через многое прошли за эти 8 дней, но это только начало. Собрать снаряжение! У нас еще вся война впереди! Третий взвод! Все слышали команду? Вперед!